В матче недели в Москве ЦСКА принимал краснодарский «Локомотив Кубань». На старте встречи Даррен Хиллиард убежал в быстрый отрыв, но не смог переиграть Дмитрия Кулагина. Блокшот от защитника кубанцев. А вот такой проход у Уилла Каммингса накрыть сложно. Защитник гостей прорвался по чужое кольцо и набрал 2 очка. Защита Лока в первой четверти была на высоте. Алан Уильямс эффектно заблокировал Кайла Хайнса. Но с Майком Джеймсом гости ничего не могли поделать. Только посмотрите, какой невероятный мяч положил лидер ЦСКА. Да еще и с фолом. Дмитрий Кулагин взял на себя последнюю атаку перед большим перерывом. Степ-бэк, бросок, есть 3 очка под сирену. А это идеальная быстрая атака в исполнении ЦСКА. Майк Джеймс увидел под кольцом Кайла Хайнса, и тот вколотил мяч сверху с 2 рук. Коста Куфос эффектно дебютировал в лиге. Греческий центровой ЦСКА пришел на подстраховку и заблокировал Дмитрия Кулагина. Владимир Ивлев получил мяч от Мантаса Калниетиса. Данк с 2 рук без сопротивления. За 5 минут до сирены Димитрис Итудис получил 2-й технический. Армейцы остались без главного тренера. Но это их не остановило. Кайл Хайнс сделал волейбольную скидку на Никиту Курбанова. И тот добавил мяч в кольцо. Плюс 7 для хозяев. Лука Банки явно был недоволен такой защитой подопечных. А Майк Джеймс поставил точку в игре. 81-72. ЦСКА обыгрывает Локомотив Кубань в матче недели.